мог сделать кто угодно. Дональд Трамп не верит в российский след хакерской атаки на Демократическую партию США. Кандидат-республиканец заявил, что демократы к своим служебным документам относятся по меньшей мере неосмотрительно. Вспомнил миллиардера о переписке его соперницы по президентской гонке Хиллари Клинтон. По его словам, пропажа этих писем была предсказуема. Но политик не сомневается, что копия переписки обязательно окажется в руках американских спецслужб. Если Россия или любая другая страна или какой-то человек владеют 33 тысячами незаконно удаленных электронных писем Хиллари Клинтон, то им стоит поделиться ими с ФБР. Россия, если ты слушаешь, я надеюсь, что ты сможешь найти эти пропавшие письма. Я считаю, что ты, вероятно, будешь щедро обласкана нашей прессой. Такие заявления кандидата в адрес представительницы Демократической партии не остались без внимания со стороны избирательного штаба. Соперницы его заявления вызвали шквал критики и были расценены как ни много ни мало поощрение шпионажа со стороны зарубежных государств. Миллиардер также сказал, что российский президент испытывает к нему уважение, в отличие от политических оппонентов Трампа. Именно это, по словам кандидата, позволит выправить отношения двух стран, которые при нынешнем президенте США Бараке Обаме значительно ухудшились. Да, я говорил, что Путин по своим лидерским качествам намного превосходит Обаму. Но разве есть кто-то, кто этого еще не знал? Но кроме того, Трамп заявил, что если он станет хозяином Белого дома, то непременно рассмотрит вопрос о возможном признании Крыма частью России и о снятии с Москвы санкций.